Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Гремлин Серж, и мы продолжаем Покемон Пайрет. Да, по-дебильному начал, по-дебильному и продолжу. Ну, а мы продолжаем все наше путешествие по старым местам. Много еще чего стоит нам пройти, посмотреть, глянуть. Как минимум еще эта серия у нас будет по старым локациям. И что ж я могу вам сказать? Так, там электростанция, на которой мы побывали в прошлой серии и не могли побыть там. И нашли там Забдаза. Вот каждый раз я неправильно его произношу. Забдаз. Да. Вот. И в итоге, ребят, что я хочу вам сказать. Мы с вами, вероятнее всего, я сейчас просто гуглил, никогда в этой игре не сможем поймать 28 покемонов. Да, кстати, я вас избавил от перекладывания наших покемонов, поэтому давайте вот так вот простенько сделаем. И что ж в итоге? Есть ряд покемонов, которые есть только в растительной зеленой версии. И мы их никогда не увидим. Без читов. Эти покемоны — это Сэндшрю и его эволюция Сэндслэш. Их там мы уже с вами видели, сражались с ними, но поймать их мы к себе в Покедекс не сможем. Потом за ним идет Вульпикс и Найнтлесс. Это тоже эксклюзивные покемоны другой версии. Похоже, этот кусок горной породы можно расколоть. А расколоть мы их не можем, да, что ли? А я думал, что мы их двигать будем. Ну ладно. Вот. Вульпикс, огненный лис, которого вы можете вспомнить, потому что он был покемоном Брока из аниме. И его эволюция очень красивая, девятихвостый лис огненный. Потом следующий эксклюзивный покемон — это Беллспраут и его эволюции Випинг Белл и Виктим Белл. Тоже недоступны. Я не знаю, я тут все доисследовал или не все просто. Потом Слоупок и Слоубро тоже не наши ребята. И мы их не увидим. Вместо них у нас в нашей версии есть Псидак. И дальше пошли, остались у нас после Слоупока и Слоубро Старью и Старми. Звездочек мы тоже с вами не увидим. И последние два покемона без эволюций — это Магмар и Пинсир. Это те покемоны, которых мы с вами не увидим больше. По смысле больше. Не увидим вообще. Дальше у нас идут несколько покемонов, которых мы не увидим, потому что выбрали других. Перво-наперво это Чармандер, Чармелеон, Чаризард, Сквиртл, Вартортл и Бластойз. Я вот не помню, есть ли здесь вообще возможность поймать где-нибудь стартовых покемонов. И тут уже пойдут дальше мои предположения, то есть неточная информация. Вот что, типа 100% мы их не поймаем никогда. Но, вероятнее всего, нет. Вот как мы выбрали Бульбазавра, так мы должны не ждать Чармандера и Сквиртла. Потом у нас идет Хитмончан, потому что мы взяли Хитмонли. И дальше идет у нас Кабуто и Кабутос, потому что у нас, блин, я хотел сумку открыть, а в итоге нарвался на Зубата.
Так, сумка. Вот, каменный винт у нас. И мы получим Омастара. Но почему Омастара мы получим? Ведь я изначально брал не спиральку. Если, навряд ли я вам признавался, а если признавался, то это было очень давно, мне пришлось перепроходить покемонов. То есть покемонов, которых я играл на своем ноутбуке, который сейчас в ремонте. И чтобы не задерживать ничего, и так была задержка в 2 недели, когда выходило по одной серии в неделю. Вот. Я решил перепройти всех покемонов и перепроходил целые выходные за кадром до момента, где мы с вами остановились. Слава богу, это не настолько долго, как я думал. И вероятнее всего, когда я перепроходил, быстренько пробегал, я случайным образом взял и вместо Кабута, который мне нравится, взял Омастара. Так что Кабута и Кабутопса мы не увидим. И следующие 2 покемона — это Вапорион и Желтеон. Навряд ли мы сможем где-нибудь выловить Иви. Опять же, это мои предположения, что Иви мы больше не поймаем. А значит, мы не сможем эти 2 Иви эволюционировать в Вапориона и Желтеона. И мы остаемся с Флареоном. И еще 4 покемона, про которых я вам уже говорил, которые эволюционируют только при обмене. Это Алаказам, Мачамп, Голем и Гангар. Так что этих покемонов мы без читов с вами не увидим. Так, ну тут бесполезно что-либо искать. Я думал, что эти камешки мы с вами подвигаем, но нет, их нужно разбивать. А это нужно искать ХМ-6. Да. Так что и вот эту гору мы с вами зря ходили. Конечно же, в ней я не использовал вещи-детектор, но не думаю, что мы тут найдем прям что-то ценное. Вообще, вещи-детектор не поможет найти ничего ценного. Просто расходнички, приятные бонусы. Так что давайте уходить отсюда. Джадьюды, джадьюды. Побег. Здесь опять камешки. Манки. Что-то за все это время мы ни разу на манки не натыкались, а вроде их здесь достаточно много было. Мне помнится. Вон еще камешки. Здесь у нас стоит тип, который может обучить нас оползню. Но нам оползень не нужен. Так. Такие вот дела, ребят, такие вот дела. Кстати, нам нужно будет все равно вернуться. Давайте я блокнотик закрою, чтобы он нам не мешал. Ну, конечно же, ты влез в мое прохождение. Ты ж не мог по-другому. Вот. Нам придется еще как-нибудь в сафари вернуться, потому что там у нас нужно поймать еще как минимум 3 покемонов. Не знаю, сколько я на это времени угробую, но нам нужно еще скайтера приобрести. И ладно, скайтера мы, может быть, еще сможем поймать. Точнее, купить в казино. И то есть будет проблема только в деньгах. Там у нас Чанси. Необходимо вот в обязательном порядке. У нас там Кангасхан, которого вроде мы больше нигде и не найдем с вами. Так что такие вот дела. Еще кого-то я там забыл, но... Веномота. За которым я гонялся, но так и не поймал. И все, в принципе, здесь нам больше делать нечего. Как минимум, я точно не знаю. Побег. Сюда наверх еще сходим. Ониксы всякие. Так, все, это был тупик. Ладушки, ладушки. Так,
Тогда выходим из этого горного туннеля. Вот здесь уже был выход. Но нас догнала Манки, которая такая: не отпущу. Схватилась за пятку и держит. Так, выход. Все, и мы с вами оказываемся в путь 10. И это у нас вот здесь, да. Хорошо. Здесь мы опять никого, ничего интересного не найдем. Здесь мы уже подбирали вещи. Так, ты мне нравишься, не люблю тех, кто лучше меня. И вот мы уже приходим в более знакомые места. Призраки поселились в башне покемонов. Я думаю, что эти духи покемонов, убитых командой Ракета. Так, я видел, как матка Кубонов пыталась сбежать от команды Ракета. Они ее поймали и убили. Ты знаешь, что Кубоны носят черепа поверх головы? Некоторые люди хорошо платят за такие черепа. Одни извращенцы живут на свете. Команда Ракета на все пойдет ради денег. Для них нет слишком грязной работы, слишком подлого преступления. Так, а ладно, Волторба оставляем, точнее Электрода. Покобила. Двигать покемонов. Так. Кого мы здесь оставляли? Никого мы здесь не оставляли. Мы оставляли вот здесь. Но сначала нам нужно оставить Волторба в ячейке второй. И забрать отсюда нашего Флориончика. Вот. Так что такие вот дела, ребята. Еще можно в зоне сафари поймать дракини, точнее выловить. Вроде как этот покемон обитает только там. Не знаю, зачем я захожу. Надеюсь, что меня здесь что-то ждет, но меня здесь ничего не ждет. Но дракини мы также можем приобрести и в казино. Так. В этом городе погибло много покемонов. В башне покемонов часто проводят поминальные службы. Молится за упокой души матки Кубонов. Мистер Фуджи, Покефагатор помог тебе? Да, помог, парень. Этот дом мистера Фуджи, он очень добрый. Он заботится о брошенных, осиротевших покемонах. Он такой теплый, покемона так приятно обнимать. Хорошо, так. Сюда. Что тут? У тебя тут есть уже супер зелье. Ну, давайте пятак приобретем. Да. И эликсир восстановит. Этих штук тоже нужно закупить. 5. Давайте закупим. Так, а все остальное у меня есть. Противоядие, антипаралич. Вот антилед у меня нету. Но нужен ли? Я, например, ни разу не замерзал. Ну, давайте одну штучку купим. Вот. Уйти. Я ищу такие вещи, которые улучшают параметры покемонов. Они очень помогают в простых битвах. И, да. Не знаешь, где можно их достать? Ты покупаешь эликсиры? Они оживляют упавших покемонов. Иногда сразу два тренера могут вызвать тебя на поединок. В таком случае тебе тоже придется выбрать двух покемонов. Ох, в итоге. Еще нам нужно будет позаниматься рыбалкой. И, вероятнее всего, мы этой рыбалкой займемся очень скоро. Ты веришь в привидений? Да. Значит, есть сторонники. А, так, этот может переименовать покемонов. А, он может оценить. И если что, переименовать. Но мне это не нужно. Призрак оставил башню покемонов. Кто-то упокоил его душу. Догадайтесь, кто? Кто? Кто молодец? Я молодец. Кто молодец? Я молодец. Кто молодец? Конечно же, я молодец. Я пришел помолиться за мою покойную Клайфери. Хнык, не могу сдержать слез. Так. Ты пришел почтить погибших покемонов? Какой же ты добрый. Мой Гроулайт, почему ты умер?
Надеюсь, он умер у тебя от старости. Я медиум, я чувствую присутствие призраков в башне. Башня покемонов была построена в память о погибших покемонах. Так, так, так. Наверное, здесь нам безопасно ходить. Даже мы, медиуму, не можем опознать призраков в башне. Телескоп S помог бы разоблачить их. Так. Здесь мы, да, ничего не найдем важного и интересного. Да. Ничего. Ну тогда... Гастли, ну ты у меня есть, парень. Побежали. Так. Ты у нас здесь. Тоже ничего не спрятано. Хорошо. Здесь мы можем подлечиться, я помню. Побег. Очищенная защищенная зона. Все покемоны в полном порядке. Так. Хорошо, пошлите дальше. Это у нас уже будет непонятно какой этаж. Писали бы, что ли. Побег. Хонтер. Вперед. Зерна пиявки. Ой-ой-ой-ой. Беда, беда, беда. Я умираю. Точнее, сошел с ума. Так, Вайблюм, давай. Теперь ты выходишь на арену. Так, а ты усыпляешь у меня. Спи, мой Хонтер, усни. Пусть тебе приснятся сны. Но он крепко спит, а мы вытягиваем из него душу. Несмотря на то, что он сам как бы по факту душа, призрак, там я не знаю что. А вот получается, он призрак, но он призраком появился. То есть он не чья-нибудь там... Вот же сволочь. Вот же сволочь. Ну, дурдом просто. Побег. Вот мне интересно, на каком мы этаже? Сумка. Вещи детектор. Ничего нету? Нету. Так, кубон у меня есть. Побег успешен. Вот ты. Зерна пиявки. Бодумс. Блин, у меня словно дежавю. Вот, реально дежавю. Бой. Нет, точнее, покемон. Ваймплюм. Так, и мы усыпляем тебя, парень. Хорошо. А если мы тебя химикатом кинем?
не сильно помогло, но приблизило. А давайте кинем, а то он сейчас проснется и опять суициднится. Вот. Все, Хонтер у нас в руках. Нет. Так, хорошо. Ну ладно уж, тогда пошлите отсюда. А интересно, если я здесь веревкой воспользуюсь, мы выйдем? Вот, сумка. Трос. Точно, трос здесь. Чего там у нас? Суперзелье 13. Вот, трос. Использовать. Ну да. Кстати, там говорят, что можно использовать кнопку Select для того, чтобы двигать вещи. Да? Вот, давайте попробуем здесь. Первая вещь у нас Атлас. Потом я использую контейнер. Вот. Каменный винт не нужен, дневник не нужен, билет в круиз не нужен, мешочек. Сюда. Ржавый крючок у нас есть лучше. Велосипед, я не активирую его просто так. Янтарь, нет. Сосуд, нет. Вещи, детектор. Сюда. Кошелек не нужен, ключ не нужен, телескоп не нужен, покефаготер тоже вроде не нужен. Так, супер крючок. Сюда. Даже, наверное, сюда. Следующее. А, пеленгатор. Отправим вот сюда. Здесь что нам нужно, что нам нужно. Нужно все-таки, наверное, загуглить, что для чего нужно мятое письмо. Попродавать нужно всякой фигни, господи. Хотя, с другой стороны, вдруг пригодится. Чистый ярлык, бальзам, острый коготь, протеин, самородок. Вот, давайте вещи, которые мы точно продадим, поместим наверх. Уголек. Вот. Стоп-камень. А. Леденец, чистый ярлык. Вообще не отгоняет. Вот. Острый коготь оставим. Самородок продадим. Так, камень грома. Нужен он мне? Да вроде не нужен. Если что, всегда можно будет купить. А все остальное пускай лежит. Грейтболы тоже давайте наверх. Вот. Ну все, навели порядок в сумке. Это уже хорошо. Так, дальше. Дальше. Здесь мы... не ходили, мы отправлялись вот сюда, в эту сторону. И зачем мы сюда отправлялись? Для того, чтобы попасть в один определенный город. Через этот вот туннель. И мы с вами попадали вот сюда. И оказывались вот здесь. Да, в Целадоне мы оказывались с вами. Давайте пойдем подлечим покемошек. Вот. Так. Звук покефаготера выводит покемонов из спячки. Ну, ты знаешь. Будь у меня велик, я бы катался по велосипедной дороге. Я приехал сюда из Фуксии. Езда вверх по велосипедной дороге очень утомляет. Точно. Надо же порядок наводить.
А то беспорядка я тут совсем с ума двинул. Так, двигать покемона, а именно тебя. Двигать вот сюда. Потому что все, это окончательно, с тобой мы больше ничего не сделаем. А этого парня мы отпустим. Все. А вас подвинем. Вот, потихонечку рассасывается, ребята, рассасывается. Так, хорошо. Чем можно заняться здесь? А, точно, тут вот это вот зданица было. Покемоны не дают мне заскучать. Мяут иногда делает джекпот. Ладно уж, с покемонами... Да, дай пройти. С покемонами, ладно уж, разговаривать не будем. Так уж и быть. Так, здесь пусто. Ладно, поднимаемся выше. Здесь у нас разработчики сидят, да? Я сценарист, не... Так. Я художник, не мешай мне. Художник, у меня к тебе претензия. Какого фига отвратительных покемонов начали рисовать со второго поколения? Я программист. Я геймдизайнер. Заполнить покедекс непросто, но не останавливайся на полпути. Когда завершишь, вернись сюда. Ладно, это нам нужно завершить покедекс полностью. И вот мы на крыше. На крыше дома своего. Так, так, так. И на выход. Я не знаю, зачем я все это облазию. А, точно, мы здесь можем сплавать. Вот. Привет. Я уже видел тебя в городе, но тогда у меня не было желания говорить с тобой. А теперь есть. Еще я хочу научить твоего покемона лечению. Эту атаку можно выучить лишь однажды. Продолжить. Итак, какого покемона мне обучить лечению? А никто у нас не может лечить. Хиллеров нету. Я буду наблюдать за тобой. Надеюсь, мы еще сможем поговорить. Так. Ну ладно, поплыли. Ох, эти щели забрали все. Я знал, что азартные игры до добра не доведут. Так, но у меня денег нет. Так что я туда даже заходить не хочу. Это мой приятель Полирад. Он эволюционировал с Поливиртл с помощью камня воды. Так. Мы сюда зарулим, просто сбегаем на всякий случай. Здесь мы получили своего Иви. Что он там писал? А, беспроводным адаптером. И карта. Ладно. Иви он нам подарил. И больше пользы он никакой нам не приносит. Ладно, здесь тупик. Здесь ничего нету. Здесь тоже весьма глупое помещение. В котором ничего нет. Так. Пошлите, что ли? Ой, обжег свой язык. Старушка из офисного здания угостила меня чаем, но он был такой горячий, надо было остудить его. Горожане стараются поддерживать порядок в Целадоне, но боюсь, что недавно открывшееся казино будет плохо влиять на город. Я поймала своего кофинга на цинабаре. Он забавный, но плюется ядом, когда сердится. Так. Добро пожаловать, на доске справа от вас описано расположение магазинов. Первый этаж вестибюль, второй этаж все для тренеров. Третий видеоигры, четвертый мистическая лавка, пятый медикаменты, крыша торговые автоматы. Ну пошлите. Да, купить, что тут у тебя можно? Так, рев, гиперлуч, подкоп, прорыв, секрет, флирт.
Бесполезно. Грейтбол, суперзелье, эликсир, противоядие, суперспрей. Все это у меня есть. Так, тихо, что там? А, я думал, супербол у тебя здесь. В дальний путь стоит закупить эликсиры. Так. Пойманным покемонам присваивается ID. Так, все это мы читали с вами. Ничего они нам не скажут нового. Ага, это нам подсказывает, что Хонтер эволюционирует в Гангара после обмена. Так, что он там? Обменять. Можно идентифицировать покемонов, полученных при обмене по ID. Так, ты нас... Контрудар. Ну, так себе замена просто, да? Не всегда ребята нас физической атакой трогают, а гадать бессмысленно. Так, я выбираю подарок для моей девушки. Думаю, что покечучело это хороший подарок. Если на тебе нападает дикий покемон, можно отвлечь его покечучелом и сбежать. Купить. Так, покечучело. Деньги тратить на него. Жалко вроде как, да? Ладно, не нужен он нам. А, так, четвертый. Пятый этаж. Усилители параметров покемонов... Продают только здесь. Фосфор, так, мы ж продавать хотели всякую дребедень. Моим покемонам нужен допинг. Протеин усиливает их атаку, а железо усиливает их там что-то там. А, фосфор, протеин, железо, кальций, цинк, каротин. Отмена. Продать. А, камень грома. За 1000. Самородок. За 5000. Протеин за 4900. Уголек за 4900. Но все равно-то он нам всего лишь четверть окупил. Чистый ярлык за 100. Ладно, плевать. Стоп камень за 100. Ох. Ну да, тут только X-надь, спецбарьер, параметры. Все это нужно слишком тонко играть. А я простой слишком. Так. Моя младшая сестра тренер покемонов, представляешь? Она такая маленькая, но уже побеждает меня. Я умираю от жажды, очень хочется пить. Я тебе уже давал воды. Лимонад, швепс, давайте нарзана купим. Швепса купим. И лимонада купим. Пригодится всегда. Здесь то же самое, да? И здесь то же самое. Все. Тогда пошлите отсюда. Так, давайте на лифте. На первый. И вот я не знаю, в бункер команды Ракета стоит ли спускаться, имеет ли вообще смысл, что мы там найдем. Да ничего мы там не найдем. Там-то точно не поплавать, не сдвинуть камни не получится. Пс, я слышал, что под городским казино спрятана база команды Ракета. И каждый раз думал, что отыграюсь. Мужик за угловатым столиком все проиграл в казино. Девочка, подойди сюда. Мой покемон очень слаб, поэтому я часто хожу в аптеку. Привет. Извини, у нас сейчас перерыв. Ну, конечно. Накормить-то героя никто не хочет. Проклятие. Срочно нужно достать еще 2000 покемонов для призов. Хе-хе-хе. Горожане спускают свои деньги в казино. Не трогай постер в казино, за ним не спрятано никаких секретных переключателей. Ну, все это мы читали с вами. И последняя дверь здесь у нас. В отпуске со своим парнем и со своим братиком. Салдон такой потрясающий город.
Ура, каникулы, сестра одна воспитывает меня. Почему она взяла брата? Покемоны нет, это отель для людей. К сожалению, свободных мест нет. А я хочу, пропустите меня, господи. Я хочу поспать. Бабка. Противная. Так, ладно. Ладно, понятно. Я мечтаю выиграть Порygon'а, но он стоит так много жетонов. Сегодня я выиграл каждый день бы так. Так. А, ТМ-30 вроде, да? Теневой шар, нет. Выброс огня. Вот, и сколько ты там стоишь? 4000. 4000, это получается... 20 тысяч. Тысяча? А 100 тысяч. 100 тысяч жетонов, а точнее денег. Стоит это удовольствие. Так, ладно. Все, больше мы здесь ничего, да, не найдем. Потом мы можем вот сюда зарулить. Да. Вот сюда, вот так вот. Как тебе сюда пропустили? Просто. Вот здесь живет девочка, которая научила нас летать. Содержит полет. Это очень полезное умение. И больше, да, здесь делать нечего. Ну и все. И здесь, после этого, мы из этого города отправились в Сафрон. Так, побежали в Сафрон. Давайте уж, наверное, закончим наше путешествие по старым локациям. На Сафроне. Так. Хотя нет. Сафрон еще не конец. Вот здесь у нас. А моя дочь почти ни с кем не общается. У нее мало друзей. Любит подражать людям. Повторюшкой. Так. Но ничего она нам не дает, эта повторюшка. Я не знаю, что с ней делать. Так, каратисты. Дзюдоисты. Так. Сюда мы просто вот так вот проходим и оказываемся здесь. Так, хорошо. Здесь у нас клуб. Фан-клуб тренеров покемонов. Не нужен. Что там у тебя в магазинчике, парень? А, гиперспрей хорошо отгоняет слабых покемонов, и он действует дольше суперспрея. Стоит дорого, но он возвращает в строй упавшего покемона. Так, и продаешь ты нам... Грейтбол, гиперзелье, эликсир, лекарство, трос... Гиперспрей. Ладно уж. Я прилетел сюда на Пиджет, как только узнал о захвате Сильфа. Как, все уже закончилось? Ура, команда ракета ушла. Наконец-то можно спокойно выходить на улицу. А после освобождения здесь изменилось что-нибудь неинтересное? Здравствуйте. Кабинет президента на 11 этаже. Ну, а мы в прошлый раз даже ее не замечали. Прикиньте. Да, все. Команда ракета поисчезала, ушла отсюда. Здесь никого, ничего нету. Их нет. Стой, помогите. Ох, ты не из команды ракета. Прости, я так испугалась. Раскату грома, никого не надо. Ящики нельзя, да, проверять. Вещи-детектор использовать тоже бессмысленно. Ладно, ладно, ладно. Сюда. А, ты и твои покемоны спасли нас. Да, спасли, конечно же.
Так, не застревай в кустах. Вот эти ящики, но уж очень подозрительно выглядят. Так. Здесь тупичок. Хорошо. Но мы все равно здесь до 9-го, да, уровня поднимемся. Так что так. Здесь у нас... Ау. Ладно, я не думаю, что мы здесь что-нибудь найдем прям совсем важное. Просто вот эти люди, которые говорят, да, всякие фразы, которые мы и так уже читали. Так что ладно, давайте уж не будем мучить еще полным прохождением. Если в башню покемонов я заходил ради Хонтера, то сюда нам смысла точно заходить нету. И в итоге... А ты кто у нас? А, психозу. Ты мне отдал психоз. Когда команда Ракета заняла город, многие отсюда сбежали. Теперь они могут что-то там. Ладно. В Сафроне делать нам нечего. А сюда мы приходим в Вермиллион. Ладно, давайте заскочим. Посмотрим, что там у нас с Мяутом, потому что находили мы достаточно многое с вами. Может, он уровней 10. Я надеюсь, что... Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Пусть будет 10 уровней. Хотя бы 10. Хотя бы 10. А, на 12. Позже возвращаемся. Давайте все-таки возьмем его на ручки. ПК Билла. Оставим кого-нибудь. И глянем. Он вроде сейчас у нас 20-го, да, получается, уровня. На, бери денежку. И в итоге Мяут у нас... Да, 20-го уровня. Ему нужно еще 8 уровней для того, чтобы прокачаться. А, да, вот, на, забирай Мяута. И еще на 8 уровней его, пожалуйста. А мы заберем нашего Порygon'а. Забрать. Где мы его оставили? А, вон, в начале. Так, ну и пошлите. Так, после Сафрона мы смогли двинуться в бок. Вот так вот. Сюда мы смогли двинуться, и мы пошли через мосты с вами. И мы там с вами остановимся. И все-таки еще наши приключения остаются. Но уже в следующей серии. С вами был Гремлин Серж. Если вам понравилась эта серия, такая достаточно небольшая на события, то ставьте лайк. Переходите на канал и смотрите видео других летсплееров. С вами был Гремлин Серж. Подписывайтесь на канал и пишите комментарии. До свидания.